рефлекторной деятельности были найдены и изучены другим русским физиологом Иваном Петровичем Павловым. Он выделил два типа рефлексов. С помощью одних организм отвечает на биологически значимые раздражители. В экспериментах Павлова это была пища. В ответ на раздражение пищей рецепторов полости рта у собаки рефлекторно выделялась слюна. Такая рефлекторная реакция не требует обучения и возникает при первом же применении раздражителя. Поэтому Павлов назвал такие рефлексы безусловными.